Гарри, я сижу в этом автобусе уже 15 лет. Сидеть в микроавтобусе. В следующий раз ваша очередь в нем сидеть. Знаете что? Я устал... Гарри, я сижу в автобусе уже 15 лет. Стал сидеть в микроавтобусе. В следующий раз ваша очередь сидеть в этом автобусе. Гарри, перестань. Хелен, я уж... Гарри. Безопасность, ответьте. Национальный... Ладно, ребята, перестаньте. Меня. Это грубо. Бы этого не делал. Гарри, ты ведь слышишь? Вам надо серьезнее относиться к делу. На вашем месте я. Ладно, ребята, перестаньте. У вас задание. Вы провалите операцию. Гарри, Эллен, ребята, перестаньте. О, нет. Что? Черт, неужели все повторяется? Эм? Потанцуй. Страх не существует. Для тебя ведь... Отлично, милая. Господи. Дорогой, я все улажу. До встречи. Что-нибудь да получится. Карлос, как... Можете обратиться ко мне. Возможно, у нас с вами... Знаешь, где найдешь, где потеряешь. Если ситуация накалится, ему надо разобраться с официантом. Интересно, никогда не... Здороваться со старым другом. Позвольте налить вам шампанского. Еще нет. Но я хотела бы... Ребята, что там у вас? Вы видели подозреваемого? И... Кто эта женщина? Ловник, добрый вечер. Добрый вечер. Yes, go ahead. Мы на связи. Алло? Борис и Дорис? Я выиграл. Слушай. Прекрати, хватит. 4. 2. 3. Смотри внимательно. 1. Подожди, стой. Год спустя. Начинай. 1. Эти факты предоставила нам полиция Майами. АЦ отвечала за проведение операции, так удачно закончившейся. Хотя по-прежнему не ясно, какая организация посадки самолета, федеральные агенты увезли неизвестного летчика. Сразу же после... Привет, толстушка. Дорогая, все кончено. Все хорошо. Дайна.
Thank you.
Помогите! Стой, придурок! Я не сделаю тебе больно. Я даю слово чести. Отдай ключ. Девочка, я прошу тебя, ты ведь не хочешь умереть. Отдай мне ключ. Нет. Отдай мне ключ. Клянусь, я брошу, стой, где стоишь. Не приближайся. Если ты выстрелишь в меня, я упаду. Оставайся на связи. Повторите адрес. Никаких заложников. Где Дайна? А она на крыше? 21 этаж под охраной. На 20 этаже находится около 12. Фейсил, прием. 7 здесь. 1-7, доложите обстановку. Повторяю, доложите обстановку. Подразделение. Кто забрал ключ? Какого ключа? Вот этого ключа гибнет 2 миллиона людей. Мы все готовы умереть. Один поворот ключа и крушать город. И не пытайтесь восстать против нас. Вы видели взрыв. Не заставляйте нас... Это официальное сообщение кровавого джихада. Они поднимаются. Они безоружны. Или прислать кинооператора. Пустите их. Стрелять. Не стрелять. Вы про... Мне надо в туалет. Тому городу. Эта пленка попала в прессу и на телевидении. О нет, каждую неделю кровавый джихад будет взрывать под, которая заминировала острова Флориды. Пока вы не выполните наши требования... Они не стреляли в полицейских журналистов. Это та же группировка? Вести переговоры. Похоже на предупредительные выстрелы. До сих пор... Или огонь. Они никого не подпускают и отказываются... Плохо. Полиция пытается эвакуировать людей. Они снова... На улицах давка и суматоха.
Заткнитесь. Разойдитесь. Гарри, в здании находится наш человек. Если я разобью его, пусть вычтут деньги из моей зарплаты. Осознаешь, что с тех пор, как ты в последний раз управлял самолетом, прошло 10 лет? Хорошо, у вас есть ручка? Гарри, береги себя. Ты... Сэр, вам придется расписаться за самолет. Приказ отдал сам президент Соединенных Штатов Америки. Понял, сэр. Вы приехали нам помочь? Да, сэр, но... Капитан, простите, я одолжу ваш самолет. Гарри, вернись. Человек находится в здании. Гарри, послушай. Я отправляюсь за ней. Ее ночью. Мы только что узнали. Не волнуйся. Мы спасем ее. Мой... Прости, Гарри, я не знаю, что сказать. Думаю, что он выкрыл... Я Дайна? Центральное управление полиции. Здание окружено. Гарри, у них заложник. Твоя дочь Дайна. И они захватили 20 этаж. Сейчас там находится представитель Цинлилса на крыше небоскреба в центре Майами. Он встретился с членами своей группы. Отлично. Послушай, 20 минут назад вертолет Азиза... За работу. Хорошо. До встречи. Гарри. Иди сюда. Не тот палец. Пригнитесь. Здесь мы будем в безопасности. Давление начинается. Не смотрите на вспышку. Не смотрите на вспышку. Итак, на минуту. Идите. Через минуту произойдет взрыв. Господа, может, все-таки приземлимся? Не пошел. Итак, приземляемся. Гарри?
Вперед, снижайся! Снижайся, снижайся! Давай, снижайся! Снижайся к лимузину! Потеряли управление. Похоже, кто-то убил водителя. Отличный выстрел, молодцы, круто. Огонь. Отрицаю, либо один, отрицаю. А мы этими ракетами не взорвем ядерные бомбы? Вызываю, Роджер. Прием. Ракеты готовы к бою. Пришло время надрать кое-кому зад. Рекомендую использовать маверики. Парни. Выпить?
Высылайте вертолеты. Изучение на базе морской авиации. Вызовите их, я проинструктирую. Минут. Прибудут два истребителя ВМС. Они проводят... У нас на все просет 34 минуты. Через 11 шерифа. Вышлите вертолеты за теми, кто находится далеко. Предупредите морской патруль. Вызовите прибрежную охрану и ведомство Белый дом. Нет, минимальное безопасное расстояние 12 миль. Учение, вы понимаете? Ладно, держитесь. Мне нужно, повторяю, мы начинаем проведение военной операции. Это не строевые. Передай этому призывнику, что это военная операция. Отчет предоставлю в воздухе. Полетели? Это твоих рук дело? Машина. Быстрее. Идем, идем. Съезди, домохозяйка. Пицца заложник. Нам пригодится. Приношу вдове свои суды. Пойдем. Yeah.
стреляй! Чёрт. Ловим. Возьми. Их ничто и никто не остановит. Мы остановим. Здесь нет границ и таможни. Они могут поехать куда угодно. Трансатлантическое шоссе соединяет все острова с материком. Тогда зачем им грузовики? Наверное, мы в бухте Флориды. Подобная чепуха. Если мы на острове... Нас не остановит. Мы отважны, храбры и всякое подобное. Мы выполним наш долг, и ничто... ...скажет миру, что мы говорили правду. И так рыв священного огня вознесется до небес. Через 90 минут дело сделано. Что они делают? Я вышла замуж за Рэмбо. Пойдем, ебайся. Дорогая, в следующий раз... Брось пистолет. Гарри! Ты
отсюда. Бежим от... И я их разорвал. У меня были наручники. А почему ты так решил? А потом я сверну тебе шею. Ранника. При помощи скальпеля. Потом я убью вон того Сначала я использую тебя вместо щита. И как же это случится? Ты скоро умрешь. Понимаю. Сказать. Да. Прежде чем мы начнем, ты хочешь мне что-нибудь? Да, но все они были врагами. Ты кого-нибудь убил? Семнадцать лет. Но ты работаешь шпионом. Гарри, и до... И до смерти. И бросят здесь, и мы взорвемся. Гарри, что действует? Они застрелят нас в голову. Или замочат. Ага. Похоже... Солгал. Мы умрем? Задай мне вопрос, на который бы я... Он действует? И ты расскажешь им всю правду? Шутку правды или что-то другое. Сывор... Что они укололи? Клянусь. У нас ничего не было. А вы останетесь здесь. Я провела с тобой время. Уходим. Спасибо за все, Гарри. Я отлично. Можешь рассказать прямо сейчас? Между нами ничего не было. Жаль. Гарри, ты рассказал ей про нас с тобой? Дажная шлюха. И на всех остальных. Брат, дело на них. На вас. Я плевать, хоть богатые психи. Они платят мне огромные деньги. Знаешь, этим психам. Потому что они... Жду с нетерпением. Зачем ты помогаешь? Тогда и поговорим. Я скоро вернусь. Тебе следовало протереть иглу спиртом. Я могу заразиться. Может. Долго ли он протянет? Это ему поможет. След у нас в руках? Хотела бы я посмотреть, и который так умело скрывал правду от любимой женщины. Ровно 15. Все мир профессионал. С другой стороны, Гарри, вопросов. Мы не уверены, на кого именно он работает. Гарри, что происходит? Всемир задаст Гарри несколько... Гинеколог. Не совсем. Догадайтесь, кто он по профессии? Это Всемир.
Итак, знакомьтесь. Сигнал исчез. Черт. Сигнал остановился. Они на острове. Передайте летчикам, чтобы через 12 минут были готовы к взлету. 29 на месте. Мы приземлимся через 12 минут. Вышка Майами. Реактивный самолет «Звезда 64» с тем... Красивый передатчик. Извините. Это не мое. Азиз! Что? Дурак. Она у меня в машине. Ну так замени ее, приду. Батарея, Азиз! Вашему городу. В неделю кровавый джихад будет взрывать по одному. Но если вы не удовлетворите наши требования, каждый на этом безлюдном острове. За наши силы. Мы установим детонат, слышали нас и выполнили наши требования. Как доказательство будет взрывать по одному вашему городу. Чтобы вы... Кровавый джихад каждую неделю. Сидского залива навсегда. Пока вы, американцы, не отзовете все свои войска с территории перед врагам за смерть предков. Темные подняли меч правосудия и отомстят террористами? Огня. И вы смеете называть нас, женщин и детей? Бомбили наши города? Вы убивали наших женщин? Мое оборудование... Для того, чтобы взорвать 4 боеголовки. Подтверждаю, что у них есть боевое снаряжение и все необходимое. Не хочу с тобой разговаривать. Понял, свинья? Прости, дорогая. Не называй меня дорогой. Ты ублюдок. Лживый сукин сын. Что я могу сказать? Я шпион. Отпустите ее, я буду сотрудничать с вами. Урана с плутониевым ядерным зарядом. Мощность 30 килотонн. Устройством. Боеголовка содержит 14,5 килограммов, обогащенная установка СС-22. Самонаводящимся пусковым устройством. Это советская ядерная... Ты увидишь перед смертью, будет его лицо, забрызганное кровью. Ты ошибаешься. Последним, что... Но как? Он же простой торговец. Несет смерть. Этот человек подтвердил всему миру, что кровавый джихад... Знаешь, зачем тебя привезли сюда? Чтобы это... Это водонагреватель. А может, омар для приготовления сладкой ваты? Нет. Это кофеварка. Да, известно. Знаешь, что это такое? Тебе известно? Откройте. Подождите.
Они бесценны. 500 лет до нашей эры. Это империя времен правления Дария I. Около... Они великие воины. Персид. 4 всадника. Правда, они прекрасны? Видите их. Как интересно. Они знают, что плела. Гарри, она сказала правду. Она сама... Мне больно. Что-то новенькое. Откуда у меня этот медальон? Ах, вот как. А где тогда я взяла вот это? Джот, уймите ее, чтобы она не мешала нам заняться делами. Мы женаты, и у нас дочь. Она лж... Ты что болтаешь? Скажи ей правду. Она дешевая шлюха. Я познакомился с ней в баре. А, сейчас он Таскер, а не Рэндвист. Меня зовут Хелен Таскер. Гарри мой муж. А вы кто такая? Кто эта девушка? Все твои старания оказались напрасны. Тебя видеть. Ты с ней знаком? Гарри. Джона, сейчас я не очень рад. Что ты там делал? Ты все равно мне не поверишь. Заткнись. Отпустите ее. Гарри, я сейчас все улажу. Ребята, отпустите проститутку. Она не нужна вам. Делай все, что они прикажут. Нет, я нужна. Заткнись. Эллен, успокойся. Эллен, ничего не делай. Не двигаться! Не двигаться! Гарри, я все тебе объясню. Гарри? Да, я Гарри, подожди. Эллен, Эллен, подожди. Свинья.
А теперь приляг на кровать и закрой глаза. Мне сказали, что вы любите смотреть. И закрой глаза. А теперь приляг на кровать. Руки ласкают тело. Танцуй страстно, сексуально. Пусть твои... Нет, нет, нет. Пойди. А сейчас потанцуй. Я не ношу чулки. Хорошо. Медленно. Сними чулки. Отлично. Снимите платье. Хорошо. Yes. Медленно разденьте. Нет, нет. Повернитесь. Разденьтесь. Говорить буду я. Карла сказала, что я понравлюсь вам. Меня зовут Мишель. Подойди. Налей себе шампанского. Здравствуй. Кто-нибудь есть?
после смерти я попаду в ад. Ты провалишь операцию, наш договор аннулируется. Не забудь подсунуть жучок. Если ты делать. Перед тем, как уйти, ты понравишься ему, он сам скажет, что дальше. Скажешь ему, что Карла заболела. Если твой особенный вкус. Он любит смотреть. Эти... Нет, у него... Минуточку. Вы же не думаете, что я... Ну, вы понимаете. Тебя будет ждать мужчина. Его подозревают в торговле оружием. Мишель. Поднимись в номер. Там... Тадорис. Ты проститутка по имени... Здравствуйте. Для Дорис ничего нет? Хорошо. Все замечательно. Подожди. Кто написал такую чушь? Гарри? Бред сумасшедший. Хватит зарплаты, чтобы снять номер? Как дела у Жан-Клода? Подожди, ты пал. Ты дошел до того, что снимаешь номера в гостинице. Думаешь, мне... Еще медленнее? Боже, как... Медленно разденься. Нет-нет. Повернись. Альна. Зачем? Слушаю. Стратора, заберите конверт с пометкой «Дорис» и оденьтесь сексуально. Ровно через час отправляйтесь в гостиницу «Маркиз». У администрации... Да. Слушайте внимательно. Да. Слушаю. Дорис? Я подойду. Потому что опоздала машина технической помощи. Да. Я немного испугалась. Потому... у меня лопнула... Вчерашний вечер. Как прошел... Исчезни, придурок. Бесплатно забрать машину. Вы убьете меня, умоляю. Можете, только я повернусь, вы мне выстрелите в спину. Скорее, пока я не передумал. Нет, внимание. Спасибо, сэр. Убирайся отсюда. Господи. Прошу, я не стою вашего. Настоящий шпион наложил бы в штаны. О, Господи. Разве как грустно. У меня маленький член. Ей. Но я не преуспел. Чтобы познакомиться с женщиной, я безбожно врал. Я не шпион, я ничтожество, глупец. Не надо, не надо, не убивайте. Если бы я увидел пистолет, Господи, перестаньте. Я не террорист, я трус. Да, да нет же, я торгую машинами. Игра окончена, ты неудачник. Нет. Ты собираешься покупать машину? Карлос. Это ты? Эй. Я не видел. Не стоит убивать меня, я вас не видел. Не надо. Меня зовут Саймон. Отпустите меня. Карлос, ты думал, что сможешь обвести нас вокруг пальца? Здесь какая-то ошибка. Сукин сын. Дорис. Имя? Наташа? Нет. Борис. Ваши секретные... Мы свяжемся с вами. Информатора зовут... Ну да.
Что прикажете? Так да или нет? Конечно, господи. Можно подумать? Пишите свою жизнь за униженными и одинокими. Вы разрушите, вас посадят в тюрьму, и ваш муж и дочь останутся, и вы сможете вернуться к нормальной жизни. В противном случае, если вы будете работать на нас, мы закроем глаза на ваши преступления. Выбор за вами. Ты что, смеешься? Она хотела приключений. Я дам ей. Гарри, что ты делаешь? Даю ей маленькое задание. Вы должны сотрудничать с нами. Госпожа Таскер, есть только один выход из положения. Видишь, она любит тебя. Что теперь? Я всегда буду любить. Я всегда любила его. Да, люблю. Вы все еще любите своего мужа? Какой? Я задам вам последний вопрос. Госпожа Таскер. Успокойтесь. Прошу вас, успокойтесь, пожалуйста. Возможно, она говорит правду. Госпожа Таскер. Не спала. Не спала. Успокойтесь. Ладно. Нет. Слышите меня? Отвечайте на вопрос. Нет, я не спал. Отвечайте на вопрос. Выпустите меня. Ответ... А мне надо домой. Дамочка, вы никуда отсюда не уйдете. Если будете задавать дважды, мы с вами до завтра не закончим. Послушайте, если каждый вопрос... Еще раз повторяю вопрос. Нет. Лжет. Занимались любовью с Саймоном? Вы... Откровенно, но вам этого не понять. Черт возьми, вляпалась. Это сделала я. Я поступила неосторожно. И хочется оглянуться и сказать: «Видите?» Тает в песочных часах, а мне так, похоже, не сделала ничего. Время тает. Я многого хотела добиться в этой жизни. Любовь. Или... Давить внимание и заботу. Женщинам необходимо чувство уступок. Совершить сумасшедший... Я хотела ощутить жизнь. Чего же? Мне чего-то не хватало. Я не знаю. Почему? Его жены. И вы согласились? Полететь с ним в Париж. Качество... С Карлосом в убежище. Он попросил меня... Буду задавать вопросы. Хорошо. Зачем вы поехали... Но он вам надоел. Гиб, давай я буду... Мой муж хороший человек. Лучше на них отвечать. Учить с нами. Если мы задаем вопросы, касающиеся личной жизни, вам... Что это за вопросы? Вы влипли, поэтому вам лучше сотруд... Это вас не касается. На компании. Вы любите заниматься с ним любовью? Ну, что я могу сказать? Он работает в компьютер... Гарри? Госпожа Таскер, расскажите о своем муже. Это впервые. Я не обманывала. Обманываете? Нет, никогда. Очевидно, немножко. Вы часто? Ну, может быть. Нет.
Нет. Он вам совсем не нравился? Это в моей помощи. А разве он не нравился вам как мужчина? Он сказал, что нужда... Зачем вы продолжали встречать? Дело касается национальной безопасности. Мне не жить. Нет. Спрячь. Если у меня найдут это, мне не жить. Познакомились. Истины. Как вы... Я едва знакома с ним. Ваши слова далеки. Как там его зовут? Несколько недель назад. Я познакомилась с Саймоном. Или какая еще группировка? Под диктовку? Как давно вы стали членом его группировки? Одним террористом Карлосом Джакалом. Писали... Я секретарь в суде. А чем вы занимались с международным... Аня Гольдштейн и Крупник. Терн, Кэслер, На кого вы работаете? Вытесь. Я сказал, присаживайтесь. Я не виноват. Заберите ее. Заберите ее. Для своей страны. Нет, я не могу. Не могу, извини. Прости, пожалуйста. Вот так. Нет, не могу. Замечательно. Вот так. Расслабься. Отлично. Вот так. Хорошо. Просто войди в роль. Все нормально. Уже лучше? Прости. Ничего. Откинься.
Я знаю. Со мной это тоже впервые. До меня уже давно никто не дотрагивался. И страшного. Прости, пожалуйста. Прости. Нас могут убить. Прости. Ничего ж меня. Враг попадется на удочку. Ты понимаешь, насколько мы близки друг с другом? Мы должны показать окружающим. До вершения всего. Я давно забыл, что такое страх. Я могу представить, что ты чувствуешь и переживаешь. Ты невероятно смелая женщина. Ты спасла мне жизнь. Я согласна. Я это сделаю. Хорошо. Позволь, я налью тебе немного вина. Присаживайся. Чувствуй себя как дома. Я не знаю. Я давлю на тебя. Прости. Я только тебе. Ты смогла бы уехать со мной? И я не знаю, кто. Я могу доверять. В моем подразделении появился доносчик пересадкой в Лондоне. Ты хочешь, чтобы я полетела в Париж? Париж? С небольшой... Враги будут охотиться за одиноким мужчиной. Но это нужно для операции в Париже. Я должен быть женат. Выходи за меня замуж. Но я замуж. Хелен. Чем я могу тебе помочь? Не опасно оставаться в городе. Я не могу вернуться в Нью-Йорк. Вот мы и приехали. Сейчас. Ворота! Может, она заснула? Поражение. Женщина опустила голову ему на колени. Мы в поле зрения. Повторяю, мы его видим. Прекрасно. Роджер, говорит Кондор. Подозреваем. Кондор, второй на связи. Есть изображение. Они едут в южном направлении. Их по-прежнему двое. Понял, конец. Женщина опустила голову парню на колени. Вот так лучше. Давай, я помогу. Вот следись, поэтому тебе лучше не показываться. Успокойся. За мной подозреваемая машина в поле зрения. Женщина и мужчина. Мы на месте. Скорее, поехали. Скорее, сади. Верни на Франклина. Так быстрее доедем. Ладно. Шляюсь по борделям. Откуда ты знаешь? Как стеклышко, как младенец. Ты забыл, как провалил операцию? Только попробуй доложить начальству. А что ты сделаешь? Я чист. Это унизительно. Но, черт возьми, Гарри, будь мужчиной. В полном дерьме. Твоя жена трахается с торговцем машинами? Ты мольбами? Мы оба в липе. Твоя жизнь. Прием, ты совершаешь ошибку. Я должен остановить тебя. Как? Производственных ресурсов и нарушение национальной безопасности. Гарри, агентов от работы только для того, чтобы следить за собственной женой. Растрата проекта, секундочку. Ты что, спятил? Противозаконно отрывать... Белый автомобиль с откидным верхом. У вас 6 минут. Экстренный вызов. Объект на окружном мосту. Красный... Второе подразделение, 7-й отряд. Дома. Значит, забыла сумку. Чёрт. Она ещё... Уже почти 8. Попал. Чёрт. Встретимся на окружной под мостом. Ровно в 8.
Что случилось? Это очень важно. Мне нужна твоя помощь. Мы можем увидеться вечером. Гарри, тебе пора лечиться. Слушаю. Эллен? Ладно. Дай мне страницу. Здесь не хватает страницы. Где десятая? Наверное, в общей куче. Может, мне сесть за руль? Отдай страницу. Что за глупый? Саймон не звонил? Нет. Петровки. Ничего серьезного. Только ради тебя. Пришли расширить для меня. Ладно. Я подумаю. Подержи. Что скажешь? Может, начнем оформлять документ? У меня есть несколько покупателей, но ты понравился мне. Вы созданы друг для друга. Зачем раздумывать? Ну как это да? Ты пропустишь поворот. На чертовски хороша постель. Пометь. Она наверх. Увидев эту грудь, мужчина теряет дар речи. Я похож на невероятно сексуальное тело. И грудь. Пенса, сосущего соску. Господи, у них... Он совсем ее не ценит. Она похожа на младенца. Она замужем за нудным кретином. Нудным кретином. Она похожа на увядающее растение, которое нужно всего лишь помощи. Красной кошкой, богиней. Знаешь, из нее могла бы получиться секс-бомба. С твоей такая вся зажатая консерваторша. О, кем она работает? Кажется, секретарь. Есть одна. Она бегает за мной, как собака. Ты чем занимаешься? У меня всегда была парочка про запас. Я до сих пор не уплатил мастеру за починку. И кем ты... Эй! Убавь газу. Ты понимаешь, о чем я? Об этих идиотах. Понимаешь, если бы они работали, моя помощь была бы не нужна. Ну ты серый будней. А как же мужья? Они идиоты. Исполни их мечты. Вытащи их хотя бы на несколько часов и представь, что ты играешь роль или осуществляешь мечту. Я бы так не смог. Не строй из себя, святоша. А я им это даю. Значит, ты постоянно обманываешь. Они жаждут приключений. Хозяин, они устали от рутины. Им не хватает удовольствий. Что на самом деле нужно женщинам? Возьми, к примеру, скучных домах. Это профессиональная тайна. Спроси себя. Ему. О, нет. Прости. Они готовы на все ради меня. Почему? Я честный и добрый. Но женщина от меня без ума. Посмотри на меня. Я серый, неприметный мужчина. Конец. А у тебя есть стратегия? Тактика убийцы. Там исходит дело. Выработай стратегию. Тебя без ума. Но этого мало. Если ты заинтересован, удачи. Гарри. Посмотри правде в глаза. Они будут... Милашка, верно? Ну, кого катать будешь? Девочку. Точно. Дело, правда? Что еще можно сказать? Ты машина экстра-класса. По правде, она не такая уже мощная, но не в этом, к которому должен стремиться человек. Эта машина не просто спортивная. Это не просто машина. Это общий имидж. Может, прокатимся? С удовольствием. Нравится? Вы ей тоже нравитесь. От души. Ладно, если бы на твоем месте находился какой-нибудь придурок, он бы посмеялся. Я понимаю, что тебе больно. Но признайся, все это довольно... Ситуация принимает новый оборот. Прости. Он продает подержанные автомобили. Конечно, мы должны убить его.
секунды твое тело начинает реагировать. А мне нравится этот парень. Это испытание. Тебя сажают на электрический стул через долю несколько раз. Но я действительно не могу взять кредит. Почему? Алла, я должен был арестовать парня. Страшновато. Он уговаривал меня. Это преследовал? Что-то вроде того. Во что бы то ни ставились на небеса. Невероятно. Ты кому-то случилось? Вряд ли стоит об этом говорить. Двое из них давно отправились. Он жулик. Обманывает девушек, он обворовывает их. Ты узнала мой почерк. Ты просто создана для такой жизни. Так это был ты? А ты догадливая. Видишь, двое убитых в спальне, два неопознанных трупа. Истории являются отличным прикрытием серьезных операций. Часто мелкий. Да. Возможно, он помогает ей разоблачить тебя. Ты читала вчерашнюю газету? Этот тип шпион. На кого он работает? По сравнению с Каиром, это сущий пустяк. Сложнее операции Каир? Каир. Операция. Секретная операция. Довольно сложная. Мы говорим о... У тебя новое задание? Я не хочу втягивать тебя в это, но ты единственная, кому я могу доверять. Моя работа опасна. Каждый день я рискую жизнью. Мне придется немедленно покинуть город. Понимаю. Кляется. По первому же приказу... Оглядывалась, но никого не видела. Ситуация на... Нет. Ты уверена, что за тобой не следили? Наушники. Дай мне наушники. Паркуется. Останавливается. Квартал. Она едет впереди. Смотри. Похоже, она направляется в китайский... Захочешь поговорить? Как об стену дорог. Где передатчик и батарейку. Я встроил их. Гарри. Функционный передатчик. Навигационный датчик. Я подключил простые устройства. Не с моей женской половины. Я наблюдал за Салли. Ладно. Хорошо. Нравишься женщинам. Возможно, сейчас ты не можешь найти общий язык с ним. Мне кажется, ты не прав. Ничего. Салисон, мы идем за покупками, прости. Знаешь, я встречаюсь... Я подумал, а не пообедать ли нам завтра? Помни, ты нужна мне. Вместе в час дня, мне пора. До завтра. Да, где? На том же самом буду говорить. Мы сможем встретиться завтра. Мне нужно увидеться с тобой. Это Саймон? Да. Я не... Слушаю. Хелен? Занимается. Не мели чепухи. Сделай это. И телефонных разговоров это преступление. Да мы 20 раз за день. Разве ты не понимаешь, что это запрещено? Прослушивание. Вон, сейчас же. Хорошо, превосходно. Можно задать тебе подключил. Я имею в виду Хелен. Подключи ее домашний рабочий телефон. Подключи к ее номеру телефона подслушивающее устройство. Я уже... Эй! Тебе не интересно?
возможных контактов террористической группировки, торговому агенту и клиенту Джуна. А Фейсел составил список включить прослушивающие устройства. Я подложил их каждому. Мы смогли... Я принесу десерт. Я поела. Да. Конечно. Не так ли? Я надеюсь, у тебя все уладилось. Да. Шину, потом ужасные пробки. Я с трудом добралась смонтировать, потом снова спуститься, потом я не могла завести машину. Конечно же, мой диск не подошел. Мне пришлось подняться, но у них стоит модель 1720. Я спустилась на третий этаж, чтобы воспользоваться их. Столько неприятностей. Сначала сломался наш принт. В районном суде понадобились документы. Уйти. Мне поручили срочное дело. Мне передали, что тебе пришлось срочно... Правда? Наверное, мы разминулись. Я был в том районе. Я сегодня проходил мимо твоего офиса. И убить их не могу. Женщины, женщины. Не могу с ними. Тебе станет лучше. Не ударься головой. Просто замечательно. Мы поймаем террористов, выбьем из них дурь. Извините. Я сосредотачиваюсь на работе, и все как рукой снимает. Все про. Как только жизнь преподносит мне подобные подарки, я нахожу увлекательные. Это вопрос времени. Хочешь, дам совет? Займись собой и работай. И женщина, а ты с головой ушел в работу. Горячего ты ожидал? Хелен страстная, горячая. От меня. Ничего серьезного. Прекрати утешать. Хелен тебя любит. Это мимолетное увлечение. Не могу поверить. Гарри, какая сука станет забирать формочки? Она забрала даже формочки для льда из холодильника. Ну скажи мне, шло как по маслу. Пока однажды я не вернулся в пустой дом. Жена преподнесла мне сюрприз. Я и мысли не допускал. Все. Сначала никто не задумывается над этим. Моя вторая роль — пожаловать в клуб рогоносцев. Добро. Мне изменяет. Хелен. Хелен? Хелен. Хелен. Полагаю, вы опять поссорились с Хелен. Хелен. Это... Что, заболел? Похоже, тебя кто-то обидел. Едешь. Идиот. Что случилось? Куда? Сиди меня. На волне отдыха. Повесели. Рассказывать. Привет, приятель, привет. Тише. Мне вообще не следовало тебе ничего. Меня прикроешь на часок? Всего лишь на час? Передай свой опин. Пока. Гу, встретиться с тобой, да. Хорошо. До встречи. Прямо сейчас? Да, я могу говорить. Роман? Да, да. Алло? Господи, боже мой. Звонит твой таинственный обожатель. Саймон? Не вешайте трубку. Хелен, тебе... Шо, я тебя жду, старик. Тебя ждать? Да, если возможно. Хорошо, попросить у нее прощения и пригласить на обед, чтобы все заметить. Хотел. Вчера я видел Хелен его. Ты мог бы притормозить? Зачем? Если бы вы знали, где он. Мы найдем. Да. Все это впечатляет. Было бы просто потрясающе. Почему? Чтобы навеять страх и уважение.
Без папировки. Оказались слабыми и никчемными. Его называют паук пустыни. Кровавый джихад. Похоже, другие террористические группы. УЗИ-727. Он организовал свою группу? Это он постарался. Использует инициатором сотни взрывов. Помните взрыв в римском кафе? Фанатик, настоящий псих. Он был... Салим Абу-Азиз. Это парень, что... Это он. Останови. За вечеринку. Да, мы повеселились на славу. Прости. И спасибо. Все нормально. Ничего. Я так спешил, что сбился с ног. Расстроена. Прости. Я знаю, ты... Привет, дорогая. Ты же полицейский конь. Преступнику сбежать. Смотри на меня. Когда я с тобой разговаривал, о чем ты думал? Ты позволил... Молодец. Антон, ну тяни, давай. Мы ведь одна команда. Тяни меня, давай. 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 Хороший конь. Давай, назад. Назад. Хорошо. Здесь не двигаться. Хотите? Поехали, прости. Прислонись к стеклу. Знаешь, животное? Скажи что-нибудь. Прекрасно. Заткнись. Пожалуйста. Благодарю. Вы не могли бы нажать последний? Заткнись!
Заткнись. Полиция? Всем на пол. Вон, убирайтесь. С дороги. В направлении. Мы на угол 14 и 7 улиц. Надо прижать его, и на мотоцикле выезжает на улицу Франклина. Понял. Свет. Гарри, где ты? В западной части парка. Он... Преследую подозреваемого, простите.
еще. Убедилась? Я знаю, Гарри. Пока. До встречи. Но ты ведь знаешь, Гарри. Да, Гил. Слушай, Гарри пришлось вернуться в офис. Хелен? Это Гил. Не совсем. Послушай. Привет. Я остался в машине. Присмотри за ней. Что будем делать? Пусть подойдут поближе. Похоже на слепого. Иногда ты напоминаешь мне Рэя Чарльза. Гарри, тебя преследуют двое. Прикрой меня. Они едут за нами. Их трое. Проверка. 1, 2, 3. Я тебя слышу. Приблизился. Отстань. Тормози здесь. Слишком. Им плевать на планы обычных людей. Гиб, это террористы. Мы уже едем. Хелен расстроится. Седьмой слушает. Пришлите подкрепление. Ждем вас на улице Джордж, пока едут. Седьмое подразделение. Автомобиль. Да, хочешь оторваться? Нет, нет гостиницы. Многоместный легковой. Через три машины в нашем ряду. Они едут за нами. За нами хвост. До встречи. Дайна, прекрати. Отвяжись. Обещаешь? Даю слово. Замечательно. Мне пора. Конечно, вернусь. Я приду ровно в 8. Мы готовим праздничный ужин. Хотели бы узнать. Хотели убедиться, что ты вернешься домой к 8 вечера. Что-то случилось? Прости, что отрываю тебя. Просто Дайна и я, мы... Здравствуй, дорогая. Звонят из Тектора. Я попытаюсь с ним связаться. Подождите, пожалуйста. Госпожа Таскер. Гарри уехал на деловую встречу. Офис господина Таскера. Здравствуй, это Элен. Он у себя? Я остановился, это Трэнквист. Здравствуйте, Тектор Индастрис. Что я должна сделать? Узнай, где... Наши люди не прощают ошибок. Ишь, смеешься с Рэнквистом. Ты что, подсмотрел за мной? А ты у всех на глазах, как последняя шлюха, какими-то... Нами установлено наблюдение. Твои телефоны прослушивают.
Разве ты не понимаешь? За... Меня интересуют только его деньги. Глупая, разбалованная сука. Я могу поговорить с вами? Говорили, до встречи. Госпожа Скиннер. Не во вторник, а в субботу. Пишите ребят для наблюдения. Маурицио, я сказала в субботу. Я оружие, да что угодно. Я проверил надежность прикрытия ренквиста. Любой товар со Среднего Востока. Она может проводить деньги. Я не доверяю этой женщине. Она импортирует, возможно. Оставь меня в покое. Вы что-нибудь присмотрели? Итак, господин Ренквист, их отношения. Я вынуждена была стать экспертом дипломатической. Довольно опасная территория. Нет. Иран, Ирак и Сирия. К сожалению, древняя Персия засыпана песками. А вы приходите из Персии. Мне помогают дипломатические связи. Большинство бездельники. В моем деле... И лингвисты. Умеете читать санскрит, и что вас недолюбливают архив. И что же они рассказали вам обо мне? Что вы... Правда? Вы следите за мной? Я разговаривал со многими людьми, но они посоветовали обратиться к вам, чтобы приобрести что-то поразительное. Вам нравится? Ваших клиентов заинтересовали древние статуи? Да, они хотели... Вы говорили, что в связи с открытием новых офисов... Зачем откладывать? Согласна. Я предвидела нашу встречу, но не думала, что произойдет это так быстро. Гарри! Здравствуйте. Здравствуйте. Не искусство фриска. С госпожой Скиннер у меня назначена встреча. Здравствуйте, меня зовут Гарри Ренквист. Я владелец общей консультативной компании. Ренквист, забронирован номер. Хорошо, повтори. Закрыть телефоны и прочая ерунда. В гостинице Маркиз на имя... Все готово. Здесь факс. Балла. Штанга? С удовольствием. Фио. Вы танцуете? Какие связи? У нее здесь офис. Пора прощупать. Шутишь? Она живет в Риме, но всеми делами занимается здесь. Дипломатический. Полное досье. А где она сейчас? Здесь, в Ривер-Сити. Ты что? Тут намного дешевле. Соберите мне на нее покупок, он хранит отдельно. Похоже, танец с ней стоит для Харри д'Антиквариат. Все свои счета относительно... Это ничего не доказывает. Она покупает... Миллионы долларов. Помнишь ту детку на вечеринке? Халет перевел на счет Джуна Скиннер 2. Гарри, ты видел это? Да-да. Ты не знаешь, Гарри. Не уезжала? Нет, Гарри уезжал в командировку. Вот это так, будто лечит опухоли и раковые заболевания. Так в прошедшем дне не проходит 6 секунд, как я засыпаю. Он ведет себя... Если у меня бессонница, я прошу рассказать его. Он не похож на спасителя мира. Он простой торговец. Белым домом грузовик, напичканный ядерным оружием. Удано. Так найдите их, пока какой-нибудь сумасшедший не припарковал. Ничего из того, что вы называете железобетонными. Ситуация крайне запутанная. Железные доказательства. Гарри. Мне Гарри. У вас есть... Сопровести их на территории США? Этого мало. Ты можешь ответить? Мы считаем, что ядерные боеголовки купила группировка Халида и пытается... Андрей, 4 самонаводящихся боеголовки. Затевается что-то крупное. Неделю назад из Казахстана были проведены контракты с целью финансирования террористических актов. Было переведено 100 миллионов долларов. Сломали доступ к его файлам. В коммерческий международный банк Джамал Халид. Мы подозреваем его в преступлениях, поэтому выбрану информацию. Я хочу показать вам... Мое обвинение касается и тебя тоже. Новичок в команде, Гарри. Да? Полный провал. Сесил, скажи, пожалуйста, ты ведь чаша весов, прекрасно выполненное задание. На другой пол... Существуют разные степени тотальности. На одной... Полная катастрофа. Вы преувеличиваете.
Ты знаешь, как это называется? О, Гарри, Господь с тобой. Это ты вчера нашкодил. Спасибо. Хорошо, Фрэнсис. Надеюсь, нам больше не понадобится твоя помощь. Гибсон, 34-991. Удостоверение. Гарри Таскер, 10-024. Адрес. Доброе утро, Дженнис. Доброе утро, предъявить. Должен мне $200. Дом при разделе нажитого имущества. Не хитри. Ты по-прежнему дыры? Пришлось вернуться. Мой адвокат заявил, что у меня прекрасные шансы получить до того, что в холодильнике даже пива нет. Я думал, что ты выехал из квартиры. 20, там 50. Приятель моей жены часто воровал у нее деньги. Он об... Там два. Таки открой двери. Или на наркотик, деньги на аборт. Может, кто угодно, но не Дайна. А может, она собирает... Сейчас у нее период полового созревания. Скорее всего, она трахается с этим байкером. Решиши меня, ей всего... Ей уже 14. Всего 14. Доброе утро. Могу поклясться, ты считаешь ее девственницей. Просто современная молодежь намного опережает нас. Доброе утро. Конечно, это не означает, что ты плохой родитель. И не могут компенсировать постоянную атаку с их стороны. Тебя обезоружит жизнь Аксель Росс и Мадонна. 5 минут, которые ты проводишь с ней. Ну, я только хорошим. Ты ей больше не отец. Теперь ее у меня было 3 жены, слава богу, нет детей. Я видел чуть. Эти цветы нашей жизни. 10 секунд удовольствия и 30 лет нищеты. Черт. Здравствуй, пока, папа! Дайна! Поехали! Дайна! Дайна! Ворует деньги. Дайна! Я так и знал. Пока, папа! Какого черта? Круто. Я вмонтировал прибор и передатчик в пачку сигарет. Внимательно. Но откуда поступает изображение? Смотри. Смотри. Спасибо. Доброе утро. Иди в школу. Конечно, пап. Никогда не забуду, как впервые сделал фотоснимок. Дайна. Да. Привет. Новость. Пока, дорогая. Я спала с ним, и он сказал, что сбавит цены на $100. Отлично. Плохо. Это вымогательство. И что ты ему ответила? Я ему $600. Хорошо. Нет. Он говорит, что придется вырыть траншею. Мы должны... Фантастика. Я люблю компьютерный бизнес. Приходил водопроводчик. В нем много интересного. Превосходно. Фантита. Его предыдущие заказы, скидки, в общем, узнать, и как только имя выводится на экран, ты можешь посмотреть сумму его клиента. Я рассказывал тебе. Клиент делает заказ и выбрал новую 68-ю модель системы подачи заказов. Помнишь? Тебя? Все прошло замечательно. Ты не поверишь, нам демонстрируют. Я тоже. Как прошел съезд, ты проявился? Я опаздываю. Хлам. Ты опоздаешь в школу. Не забудь покормить Гизмо. Хорошо. Никогда не было такого. Пожалуйста. Собирайся, а не отдай домик. Ух ты. Спасибо, папа. Я привез тебе небольшой подарок из Швейцарии. Снеж... Хорошо. Дорогой, как долетел? Отлично.
Привет, Дар. Молодец. Ладно, спокойной ночи, приятель. И ничего не забыл? До встречи, Гарри. Ты... На высоте 10 тысяч метров. Хорошо. Полет-то завтра. Подарок ребенку из командировки. Разбор? А это зачем? Для Дайны Губерт. И сувенир швейцарской деревни Снегу. Ключи от дома, денежный счет. Две открытки из Женевы, паспорт на его имя, корешок билета, гостиницу. Можно распрощаться. Что там у тебя? Здесь бумажный, Гарри. Итак, с господином Рейнквистом. Поехали. Мы еще успеем на самолет. Мы через парадные ворота. Убери голову. Ну, ты молодец. Прямо. Привет, ребята. Слышь, вон он. О, боже. Конечно. Sure. Вот вам. Сэр? Смело, но глупо. И как ты собираешься выбираться из осиного гнезда? Через парадный выход. Провел с ней всего несколько минут, она уже готова нянчить его детей. Отлично. Сукинс. Контора находится в Риме. С удовольствием. Возьмите и позвоните мне как-нибудь. На самолет. К сожалению, должен откланяться. У меня рейс. Гарри, время не ждет. Отшивай тёлку.
Пойдет в кругу зануд банкиров и нефтяных магнатов. Я предполагала, что вечер... Я залезу тебе под юбку и медленно копирую файл. Доступ открыт. Фейсл снова побеждает. Я уже здесь, где? Сзади шухер. Уходи оттуда. Сейчас. Гарри, ты слышишь меня? Сейчас не до танго, старик. Ты слышишь меня? Танго? Гарри. Гарри. Вы танцуете танго? Удочные станции. Гарри, у нас проблемы. Охранники роют землю около... Алам! Я его обожаю. Именно. Если быть точным, 6 век до нашей эры. Вам нравится? Древней Персии. Если не ошибаюсь, это из Персии. Мир занимается торговлей произведениями искусства и антиквариата, специализируется на динар. Давай, ну же. Джуно Скиннер. Запомнил, Ренквист. Гарри Ренквист. Вас я никогда не видел. Мы действительно не встречались. Я бы вас... Мне казалось, я знаю всех друзей Халлида, но... Роскошная вещь. Да, весьма. Джеймс Кэмерон. Режиссер. У вас отличный арабский. Внизу слева. Где здесь у вас туалет? Мне нужно срочно отлить. А это у нас кодовое слово. Займет всего несколько минут. Связь. Это зашифрованные файлы. Начинаю передачу. Подтверждено. Отлично. Модем включен. Продюсеры Джеймс Кэмерон и Стефан Остин. Автор сценария Джеймс Кэмерон. И направляюсь на балкон второго этажа. Я в библиотеке. Не останавливайся, иди дальше. Оператор Рассел Карпен. Секаешь зал и поднимаешься по ступеням вверх. Не могли бы подержать. Спасибо. Ты перед... Кто этот тип?
Рад снова встретиться с вами. Много воды утекло с тех пор. Превосходно. Полковник, здравствуйте. Извините. Джамал. Я вижу его. Почему миллиардеры такие короты? Халида еще не видел? Да. Отлично. Рад видеть, как поживаете. Добрый вечер. Рад. Еду для собак? Уберите это быстро. Какое? Здесь не хватает чеснока. Вы готовите? Простите, господин. Что это так? Но входа. Он вошел. Он у служебного. Охранник, что рядом с тобой, уходит. В порядке, ты в эфире, мы тебя слышим. Тату. Проверка, проверка. Перехожу на другую часть. И ребята с пушками. Так, хорошо. Рядом с тобой ходит зубастый зверь. Так, ты получил сигнал, где он? На лодочной станции. Быстро. Да-да, бегу. Как раз вовремя. Файзл, возвращайся в машину. Дорогая, я дома. Понял. Передаю на лодочную станцию. Идол. Композитор Брэд Фит. Чарлтон Хестон в роли Спенсера Трилби. Грант Хеслов, Элиза Душку, Арт Малик, Тиа Каррера, Билл Пакстон, Малис, Том Арнольд. Проезжайте. В фильме также с ним. Имя гостя, пожалуйста. Господин Брунер. Рошапо, Швейцария. Арнольд Шварценеггер. Фильм Джеймса Кэмерона.
Thank you.